Александр Лукашенко принял кадровое решение. У президента новые помощники. Так, Валерий Вакульчик назначен инспектором по Брестской области. Юрий Караев займет соответствующую должность по Гродненской области. Александр Барсуков в Минске. Министром внутренних дел, в свою очередь, назначен Иван Курбаков. Обращаясь к председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Качановой, Александр Лукашенко поручил подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников. Их полномочия должны быть значительно расширены. Компаниями из Китая в январе-сентябре более чем в 10 раз выросла сумма сделок на белорусской универсальной товарной бирже. В товарной структуре преобладали деревянные заготовки и обрезные пиломатериалы хвойных пород. Всплеск интереса к биржевым торгам со стороны китайского бизнеса обусловлен не только благоприятной ценовой конъюнктурой, но и удобной логистикой, которую смогли предложить белорусские экспортеры. В дальнейшем для повышения привлекательности биржевой площадки рассматривается возможность введения отдельной торговой сессии по реализации лесопродукции на китайский рынок. По данным Минздрава, на сегодня в Беларуси выздоровели и выписаны 85 332 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус. За весь период распространения инфекции зарегистрированы 96 529 человек с положительным тестом. Умерли 973 пациента. Сейчас в Минске частично перепрофилируют третью городскую больницу. В терапевтическом корпусе уже оказывают помощь пациентам с COVID-19. При необходимости готовы перепрофилировать и другие корпуса.